Мам, пап, мы дома. Да, мам, мы дома. Вы где все? А? Вы уже пришли? Да, уже, в принципе, давно. Просто только что поднялись. Вы купили продукты? Ну, да. А что? Ну, молодцы какие. Сколько я вам должен? Нисколько, пап. А, да? Ну, ладно. Вот тогда кладите все корзины. Корзины сюда. Пап, корзины не помещаются. Потому что-то есть, чтобы, ну, что-то холодное. Ну, ну, для чего морозилку, типа уже, ну, точнее, холодильник? Да. Не помню. Но вот для пиццы дальше надо. Давай тогда все разберем. Да, кстати, что вы купили? Пап, мы купили огурцы, также хлеб. Зачем вы купили продукты, если мы еще даже свои, ну, мы даже еще ничего не съели, у нас полный холодильник. Ну, не знаю. В общем, мы купили очень много фруктов для Тима. Ну, и овощей. Также такая вот игрушка для Тима. Ничего себе. Вы молодцы. А братья позаботились. Так, эти печенья, я так полагаю, Тиму, да? Ну, вообще, в принципе, их хотела. Ну, да, одна пачка мне, а нам с Никитой, а другая Тиму, ну, нам в школу. Также мы купили такую чернику, которая уже нарезанная, тофу. Ой... Так, потом булочки для бургеров. Вдруг мама что-то будет готовить, типа бургеров. Так, мой телефон. И, в общем, здесь тоже еда. Здесь круассаны всякие. Потом вот такой вот сок. И яйцо. И все. Да, конечно. Потом еще вот тут много всего. Очень много лапши купили. Джем. Две пачки риса. Ну и, как я сказала, много-много спагетти. Ну и батона купила. И сколько обошлись в деньгах? Сколько мы заплатили? Я сам уже не помню, если честно. Ну, короче, где-то 50 токенов. Ничего себе. Ну, да. Не дешево. Ну, мы пойдем тогда готовиться к школе. Пойдем, Никит. Мам, привет. Привет. О, вы уже пришли? Да, кстати, Тим, на, от тебя. Спасибо, я хочу открыть, что там такое. Смотрите, какая игрушка. Ну да, у тебя и так их много. И еще появилось. Так, ладно. Нужно переодеться. Домашнюю одежду. Домашняя одежда... Это, конечно, это у меня такая пижамная футболка. Ну, ладно. Так, теперь я переодеваюсь. Я тоже, наверное, в пижаму переоденусь. Вот. Как раз там. Теперь можно сделать уроки. Так. Это камеру сюда поставлю, наверное. Чтобы не мешалось. А что нам там задали? Там по биологии там задали... Кое-что письменно сделать. А, да? Ну ладно. Значит, сейчас все сделаем. Ну, сначала я, наверное, сделаю. Угу. Так, это тоже не надо. Вот, что-то... Или там мусор нужно делать. Я уже сама забыла.
У нас вчера много уроков было. И контрольные были. Ой, сейчас посмотрю. Так, ага. Нет, там устно надо. Там устно надо. Надо. У меня уже все в голове запуталось. Так, значит, можно будет посмотреть вечером фильм. Да. Я пока сделаю географию. Там все устно, да? Ага. Так, ага. Так, я по географии все. Да? Ну ладно, я сейчас тогда все доделаю. А на что, географию и биологию только должны? Ну да. О, господи, как же мы давно не играли со щенком. Интересно, как его назвать? Сам не знаю еще. Ладно, пускай он идет покушать. Ты куда в корзину залез? Негодяй. Хорошенький. Я пойду к Владику и сестричке. Стой. А, что такое? Не мешаем делать уроки. Ну ладно. Тогда пойду. А куда мне идти? Тогда я здесь буду. Так, ну что, это долго? Нет, все. Да. А сейчас. Да. Спасибо. Так. То есть, да, тут просто нужно ответить на вопрос, и все. Да-да, ничего сложного нету. Ну, тогда все. Теперь жди меня. Ну, что ты? А, все, я быстрее все-таки тебя сделаю. Ты, конечно, ты, блин, отличница, я на тройке четверки учусь. Ну, я так училась в начальных классах, а сейчас, ничего сейчас нету. Ну как нету? Да ладно, я сам уже все забыл. Так, давай тогда собираться в школу, ну, собирать портфели. Потому что она скоро должна будет готовить ужин вроде, да, или обед. Я сам уже не помню время. Так, время... Ну, 4:30. Значит, ужин. Ну, да. Ой. Да, конечно. А ты сейчас с сумкой пойдешь или с рюкзаком? С рюкзаком. Я дай мой рюкзак. А ты мой дай. Теперь все правильно. Да, кстати, завтра надо будет к ветеринару сходить. Зачем? Ну, со щенком, типа, провериться. А, точно. Ты завтра пойдешь или мама? Я, наверное, пойду. Только нужно что-то взять, только забыть все. Так паспорт нужно взять. А, да? Ну, все, я вспомнила тогда. Не забуду тогда. Ладно. Так, как ты думаешь, не панцирь брать? А зачем? Сама не знаю. Ну, возьми. Хотя, чтобы рисовать на телефоне? Не знаю. Ну, возьму на всякий пожарный. Сейчас. Так. Угу. Так, что там надо? А что, зачем учебники брать, если они там есть? Ну, в Лос-Анджелесе все очень просто. Да, просто дают учебники на повторение, то есть на ТЗ, и учебники те, ну, которые нужно в школе, там все есть. Да, конечно. Будем брать салфетки? Салфетки-то? Да. Давай возьмем всякие пожарные. Так, блин. Хотя я, наверное, все-таки возьму учебник по биологии. А я по географии тогда возьму. Так. Также же я возьму ключи от дома, потому что завтра пойду со щенком. Ты сразу в школу с ним пойдешь, потом из школы.
Нет, просто тут вдруг мама с папой уйдут. А Тим? Ну, с Кариной, с тетей Кариной здесь останутся. Ну, сама знаешь. Они закрываются и не открывают. Конечно, они не знают. Также я возьму фото своей семьи. Ну, своих братьев. На всякий пожарный. Ну, просто так. Ну, тогда сестры возьму фото. Если он поместится. Нет, она не помещается. Очень жалко. Так, я... Что еще взять можно? Да, iPad я, наверное, не буду твой брать. Ну, все мой планшет. У меня iPad, не забывай. Я, наверное, камеру возьму еще. Так, она упала. Да, нормально. Ну и все, я собралась. Ну, я тоже. Пойду сейчас ланчбокс соберу. Или как он там называется? Короче, перекус. Ладно, пойдем. Так, где у нас бокс? Вот он, фиолетовый бокс. В общем, мама мне его покупала. Походу наш общий. Ну да, чё, я типа голдеть буду. Да, тоже верно. Так, что там, печенье возьмем, да? Ну да. А где они? Где-то там, сзади. Нашел. Печенье, две пачки, да? Ну да, мама купит завтра цену. Они нам нужнее. Ну да. Так. И спица, что возьмем? Клубничный сок или апельсиновый? Я клубничный буду. Я тогда апельсиновый. Сейчас. Оп. И добавить тут еще ручку. Все, собрали босс. Может, что-нибудь из фруктов? Да, давай. В принципе. Потому что они, эти фрукты всегда нужны. Так. Это... Господи, у нас еще только мандарин. Я же вроде больше фруктов покупала. Вот они все. Возьмем мандарин. Так, помидор — это не фрукт. Это тоже не фрукт. И возьмем еще виноградик. Все, закрываем. Так. Он вообще полный, и он не хочет закрываться. Папа, попробуй его закрыть. А, сейчас. Так, подержи. Угу. Я его лучше отпущу. Так. Эть. Чё? О, все, да, держите. Спасибо, папуль. Спасибо, пап. Сейчас мы пойдем с тобой играть, потому что мы только соберем в школу все, чтобы завтра не забыть. Завтра, кстати, нам к 8. Почему? Мы же к 9 всегда были. Ну, не знаю, ты у нашей училки спроси. Ну да. Кстати, завтра какая погода будет? Не знаю. Кстати, ты тоже камеру на всякий пожарный возьми. Где у нас вторая камера? Да. А где она? Ой, на комоде там нашей гардеробной. А сейчас? Так, в каком комоде? Здесь шапка. О, вот и камера. А мне с подставкой брать? Как хочешь. Я возьму с подставкой, в принципе. Почему бы и нет? Так. То есть у тебя розовая, красная камера, да? Да. А у меня серая. Так, твой... Тебе положим. Попробуем положить. Она не... она слишком большая, она не хочет класться. Ну, не знаю, что делать, короче. Может, сумку она полезет? Нет, походу. Да, конечно. Так, на свою сумку положи. А куда мне его положить? Пускай здесь будет. А, блин. Жалко, что она не засовывается, значит, понесем в руках. Значит, пока в холодильник пойдем, берем. Так. Так. И... блин. Оп, все.
Так. Ну, давай поиграем. Чего там? Так мы хотели фильм посмотреть. А, точно. У нас же сегодня этот семейная... Ну, как семейный уголок или как он? Семейный вечер, во. А, точно. Мам, у нас сегодня же, да, семейный вечер? Это как воскресенье. Ну, да, мам. Вроде да. Андрей, у нас сегодня семейный вечер, да? Ну, ты у себя сама спроси. Ну, вроде да, как я помню. Дети, идите пока посмотрите что-нибудь. Включите. Посмотрите, позовите Лизу, тетю Карину. С папой идите. А я пока приготовлю что-нибудь. Да, ладно, пойдемте. Пап, пойдем. Сейчас я приду. Ладно. Так, тетя Карина, Лиза, они спят. Вообще класс, пол пятого уснуть. Ну, сейчас уже просыпать. Пап, ты идешь? Ой, я пойду. Так, все, пойдемте. Так, Так, подождите. Где буду сидеть? Я, наверное, буду сидеть или тут, или тут. Я не хочу на пушках. Ладно, тогда мы с вами будем сидеть здесь. Андрей, здесь 3 человека поместится? Да здесь 4 поместится. Ладно, тогда вы будете сидеть здесь. Так, господи. Чего-то такой толстячок-то вырос уже. И не толстячок. Все, наконец. О, прекрасно. Уселись. Так. О, смотрите. Я сейчас приду. Пускай здесь побегает, пока что, что он еще не видел еще первого этажа. Ну да. Ну, какая милашка. Ага. Ладно, дети, смотрите, я пойду пока банам помогу. Так. Дорогая, тебе помочь? Да, давай. Можем пока включить свет, темновато становится. Ну да. Так, что, кружки, да, расставить надо? Угу. Так. Так. Найдем такие тарелки. Тут, где животного миска. Очень, где же корм у животного. У пса. Господи, животные, пес разные. Ой, одинаковые вещи. Один, это разные вещи. Это вообще не вещи, это вообще животные. Ну, ты любишь попутать мозги. Это да. Так, вот все. Вот. Так, а что мы делаем? Можешь идти потом с детям. Вот, вы найдете, класс. Да. Вот так их все разделить. Не знаю, что будет, наверное, нет. Да. Мы уже пить готовы, что их. Значит, остался не пить готовы. Осталось только чем. Так. Что можно ему? Давай сделаем. Что сделать? Давай сделаем гипс. Что-нибудь. Соус может быть. Вот таким соусом. Ой, Борис, курица идти. Можем. И гипс с соусом. Ну да, давай. Сейчас все целопаха. Оп, туда. Да, конечно, что-то выйдет. Ну, пойдет. Тогда посмотрим, легче. Мне кажется, Тима не понравится, чем такое. Если ему понравится, значит, если. Андрей, что? Так, это давай сгибс курица, Тима. Где-то курица? Блин, где-то курица, правда. Вот. Так. О, смотри, как там. Ну, в принципе, да. Мне кажется, не понравится. Так, все, все, очень много. Вот, мне есть готово. А, да. Так, что еще можно? Блин, можно рис с чем-то еще сделать. Так, их еще хлеб. Тут так много. Да, конечно. Можно сделать рисов. Ну, кстати, хороший день рисов.
Он царь Кариса. Ага. Вот, кто из Кристофа. Вот, кто из Кристофа. Ага, все, один. Так, я решил, я нагрузил. Ладно. Так, давай сделаем. Я, моя сестра и я решил, я сделаю это третьим. Зачем? Давай подумаем. Давай я мой сделаю судить. Давай сделаем садить с домом. Вот, садим. Ну да, конечно. Блин, чёрт. Смотри, какая здесь красота. Красота. Красота — это красота. Ну как это все донести? Да сейчас все принесем. Что ты переживаешь? Ладно, пойдем, распутим их. Карина, сестренка, пойдем. А, доброе утро. Какое утро, еще даже ночи нет. Мы сейчас собираемся, ну, на семейный вечер. А, Лиза, доченька, подъем. Мам, что так рано? Дочь, иди помогай относить. А, да? Ну ладно. Берите там еще блюдо и пойдем. Так, холодильник закрыть надо. Да. Лиза, нужно на тарелке брать. Тебя не учили? Ты ладно, ладно. Так, пойдемте пока еще расставим. А, сейчас, подождите, я очки одену. Так. Все. Пойдем. Так, пойдемте. Проходите. Смотрите. Смотрите, какой красота, как вкусняшка такой. Так, это тебе, Тим. Ничего себе, Тим. Почему им пицца, а мне нет? Ой, пицца упала. Ой, это мне. Спасибо. Благодарю. Так, ё-моё, как эта пицца, блин, такая скользкая. Тарелка еще тем более скользкая. Так, а это мне, походу, спасибо. Так, это чья курица с чем-то? Это рис. А, да. А это кому? Это мне. Так. Так, господи, что это за курица такая противная? Ну-ка. Все. Так, нужно еще стол, походу. Так, куда еще один стол пак? Да ладно, я шучу. И еще вот спагетти. Так, допустим, пускай тоже там стоит. Ладно, давай садись дальше смотреть. Вот это да. Так, ну что, вы смотрите? А, это какой-то чудес, что ли, не помню, как называется. А. Ну, может, здесь тоже посидеть. Мы сейчас просто принесем, ну, попить. Пап, давайте потом. Ну, ладно. Тогда рассаживайтесь. Так, ладно. Так. Может, сядете как-то боком, может. Да, хотя бы так. То вообще ничего не видно. Так, куда тогда я сюда сяду? Так, и... Ну, блин, нету. Так, так, так. О, какая вкусная. Да, спасибо. Так. Вкусно, спасибо. Так. Что-то не хватает. Какого-то сладенького вкуса. Какое сладенькое спагетти с помидорами. Ну, не знаю, о чем такого сладкого. У нас сладкого нету.
Так, ты опять? Да не за свое. Сейчас пойдем. Курица с рисом. Кстати, очень вкусно даже. И сейчас мы с мамой еще ем. И все. Так, тофу и рис. Так. Вкусно. Ладно, сейчас все соберем. Все тарелки. И я пойду отнесу. Ой, господи. Да, чего-то не темнеет. Кстати, до сих пор солнышко. Вас сейчас эта темнота волнует? А не кто выиграет? Дети, ку-ку. Что, мам? О, что? О, господи, ладно, ничего. О, господи. Да я нормально посмотрю. Так. Так. Нет, он проиграл. Ладно, пойдемте. Да зачем они говорят? Зачем они говорят одно и то же, если этой буквы нету? Не знаю. Так. Это куда сразу выбежал-то? Лиза, блин. Что? Ничего, Лиза. Да, конечно, много у нас посуды. У нас всегда... Так, уходит дядя Андрей. Ну, да. Так, пока он еще не висит, то почти что. Давайте... ну, что будем... готовить, попить. Ну, что готовить, что готовить. У нас вот автомат есть. Также у нас есть много всяких напитков. Также есть молоко обычное, шоколадное молоко. Еще вот там дети что-то купят, какие-то напитки. Вот у нас еще всякие старые напитки. Так что у нас попить есть. Ну, так, что дети будут? Так, ну что дети будут, интересно? Ну, стелси, наверное, будет. Вот такой вот лимонный с клубничным есть. Вот такой вот странный вкус, конечно. Так, и что-то под... О, всё. Вот. Потом, у меня что будет, Никита? Никита, наверное, будет шоколадный с клубникой. Угу. И чуть-чуть шоколадного молока, вот и всё. Вот так. И что обычно. Ага. Да, странный вкус. Потом вот такая вот шоколадная. Я, наверное, буду лимонный с шоколадным. И с молоком еще. Потом, да, я, наверное, буду просто обычный шоколад. Я буду... давайте просто обычный лимонный. Так, а я буду, наверное... я буду обычную воду с шоколадом. Вот, все. Ладно, что пойдем. Так, дети, держите... Да. Так, кто тут клубнички заказывал? Я заказывала. Я шоколада с лимоном. Вроде, я не помню. Короче, мне что-то досталось. А мне... Ты будешь... я пить не буду. Я набрала для малыша. А, нет. Ну, мы с ним вместе будем. Тогда нам пей. Так, у меня лимонный. Так. Я сюда сяду. А я сюда. Нет, я, наверное, сяду под сюда. Так. Какой странный вкус. Так. Ой, я все выпил случайно. Так, я пробовал. Фу, сбоку. Что это с такой? Ну ладно. Но вкусный.
Так, у меня что? Кисленький, такой вкусный. Ой, какой крепкий шоколадный. Так, и я остался, наверное, сейчас будет очень кисло. Нет, очень вкусненько даже. Ладно, дети. Пойдемте, наверное. Да, пойдемте. Да, уже стемнело. Спать. Так. Давай кружку попьем. Я тебя тут подожду. Ладно, пойдем пока. Я тебя уложу. Так, сыночка еще. Так, давай. Это куда? Не надо ложиться так. Вот так. А вот так вот уже. Мама, я не хочу. Так. Вот так вот. Все, спокойной ночи. Все, поехали. Так, господи, как же здесь темно. Ничего не говорю. Так, ладно, я... Что-то как-то темновато. Ну, ладно. Господи. Все, спать, спокойной ночи. Да. Странный на ребенок, конечно. Так, ладно, я тогда тоже спать, спокойной ночи. Спокойной ночи. Странно, конечно. Да, у нас что, включается электричество, что ли? Чего ты взял? Ну, не знаю, просто... Просто, ну, как-то не очень ярко. Возможно, включать на ночь. Ну да. Так, сейчас мы все напитки эти уберем. Все, пускай пока работает. Смотрите, я не ложусь спать. Ладно. Так, так, все, спокойной ночи, дети. Спокойной ночи. Так, малыш, иди тоже спать. Ты что, не выключил компьютер? Ой, извините. Ты что, он вообще что ли не выключается в нашей... Ладно. Спокойной ночи, братчик.